must not fear. Fear is the mind killer. Fear is a little death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past, I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone, there will be nothing, only I will remain. Всем привет! С вами Ник из проекта Хронос. Альбом Inner Darkness был написан в Крыму этим летом, в августе, в Керчи. Крым является очень мощным энергетическим местом и очень сильным местом для творчества и креатива. Как и альбом Гелиос, Inner Darkness был сделан за несколько недель в едином потоке вдохновения. Этим летом у меня были проблемы со здоровьем, мне делали операцию на ногу. В процессе восстановления, в процессе прохождения через непростые жизненные ситуации, через события этого лета, фестивали, появилось желание выразить все эти эмоции через более мистическое, более темное состояние. Так родился альбом Inner Darkness. Inner Darkness – это уже 15-й альбом по счету моего проекта. И это второй альбом, который написан в условиях творческого минимализма, как и альбом Гелиос, когда есть только компьютер, аудиокарта, наушники, один маленький аналоговый синтезатор и виртуальные инструменты. Этого инструментария вполне достаточно для того, чтобы вырезать все свои мысли, идеи, внутренние состояния. И также это отличная практика поработать вне своего комфортного студийного пространства и расширить собственные рамки. Также я использовал цифровой рекордер Tascam для полевых записей, записи звуков природы, потому что Крым является не только потрясающе красивым местом и энергетически мощным, но также очень вдохновенным для записи любых живых звуков, животных, птиц, людей. Изначально альбом подразумевался как коллекция из 5 треков, мини-альбом, но впоследствии, когда треки были доделаны, я отдал их послушать друзьям и коллегам, музыкантам. Треки им очень понравились, и мы решили сделать альбом полноценным и включили туда ремиксы от друзей. JBC, Аркадий, Римин Купер, Махаон, Сол 8, Около сна, Шкваркин Джаз и других. Композиция Неск является таким неким контрастом для темно-мистической атмосферы. И она олицетворяет собой все доброе, хорошее, искреннее, прощающее, что есть в каждом из нас. Композиция Неск Mother Healing Version посвящена моей маме, которая прошла сложнейшую операцию, боролась за жизнь и сейчас потихонечку восстанавливает силы. С огромным желанием жить, развиваться, радоваться, помогать. В композиции записана виолончель от Марии Худобиной, с которой мы периодически выступаем, пишемся. Виолончель – это один из самых любимых моих музыкальных инструментов. Он обладает потрясающим глубоким звучанием, шармом, романтикой. И эту версию трека Неск я постарался сделать максимально эмоциональной, передавая свои переживания за маму и желая показать, что несмотря на то, что альбом мистичен и темен, всегда есть во всем светлая сторона, всегда есть контраст, который оттеняет тьму. Комп-
композиции «Your Guilty Soul», что переводится «Твоя грешная душонка», имеет большую, богатую историю и неспроста вошла в альбом. Я ее стал делать порядка 14 лет назад, когда не было еще ни студии, ни знаний, ни понимания, как создается последовательности, как подбираются звуки, инструменты, как выражаются эмоции. И костяк этой композиции был сделан 14 лет назад. Совсем недавно, в этом году, я убирался и в шкафу нашел старые CD-арки, вытряхнул пыль с CD-рома, перекачал файлы с болванок и доделал композицию. Она имеет интересный контраст между даунтепо IDM и псайтрансом с уходом в Goa. В последнее время все больше приходит вопросов, когда будут трансовые треки, можешь ли ты написать транс. Иногда напомню, что я в принципе начинал писать музыку с транса. У меня было несколько музыкальных проектов: Secret 3, Голограмм, Шанкар. И композиция Your Guilty Soul — это как ответ и как возможность показать, что альбом — это как яркая, интересная книга, в которой есть разные главы, в котором есть разные стили, где стили сочетаются, один плавно перетекает в другой. Что альбом должен быть вне рамок, и здорово, когда альбом выдержан в абсолютно разной стилистике, но так, чтобы она гармонично перекликалась друг с другом. Выходит на Hada Records, это российский лейбл, который выпускает Goa транс музыку, прогрессив, чиллаут. У нас уже было взаимодействие с этим лейблом, на нем выходил трек Urban Life когда-то, и я делал мастеринг для всего сборника, где выходил трек. Сейчас Максим, лейбл-менеджер, предложил издать альбом у него. Мне нравится сотрудничать с Hada Records, потому что это не только дружественная команда, это полная свобода самовыражения, помощь, поддержка, хороший, классный, обалденный дизайн обложки. И это возможность целиком следить за всем процессом продакшена, потому что в этот раз от идеи, от задумки, аранжировки, сведения и мастеринга я все делаю своими руками. Следите за новостями, потому что Inner Darkness скоро на Hada Records.